Сообщение о пожаре поступило 15 октября, в 11 часов 40 минут по московскому времени. Газораспределительная станция воспламенилась на пересечении Новобутовской улицы с селом улицей Грина в Москве. Раздался грохот, а потом вверх вырвался столб пламени. Огонь перекинулся на припаркованные автомобили. На месте происшествия работали спасательные службы города. Также к работе были подключены сотрудники ДПС, которые должны обеспечить безопасность дорожного движения. Подача газа отключена. Организован штаб пожаротушения. Ликвидировано факельное горение и открытое горение трех рядом стоящих автомобилей. Стволы работали на охлаждение оборудования, сообщила МЧС России. Также отмечается, что площадь возгорания составляла 75 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 12 часов 37 минут. Уточняется, что в результате произошедшего пострадал один человек. О его состоянии пока ничего не сообщается. В результате происшествия 12 многоэтажек остались без газа. Специалисты проводят работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения. Предварительно, взрыв, а затем пожар, произошли из-за несоблюдения техники безопасности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.